Кажется, представляете себе мышей в комнате. Как мышь в большущей громадной комнате. Ух, диван мягкий. Прикольно. Что там пишется? Что сезон? Непонятно. Также мы еще можем передвигаться за стенами, оказывается. То на чем? Подать на книжные полки. И, собственно, и вести огонь с них. Здесь, наверное, и там тоже, наверное, с той стороны. И куда ты падаешь-то, блин? Чё у нас здесь? А, у нас здесь барон. Так, это мы получается с другой стороны, да? Как нам здесь забраться на шкаф? Там можем забраться на шкаф? Ну, так вот все там, да, вот так туда. Один. А, о, как можно. Сейчас залезем на самый верх. Во. Что у нас там? Такое здесь на этой. А, снайпер какой-то, наверное. Здесь, по крайней мере, хоть... О, то есть чем больше падаешь, здесь как-то играет, видимо, роль. Физика. Здесь прикручена небольшая физика. В целом понятно. Можно заползать по всяким ящикам. Что ж, пошли звать наших мышей.